19 января православные отпраздновали крещение Иисуса Христа в водах Иордана. Праздник этот еще называется Святым Богоявлением, потому что в момент крещения перед людьми предстал единый истинный Бог в Троице поклоняемый. В храмах Светлогорского благочиния были отслужены литургии с последующим освящением воды. Богослужение в храме Преображения Господня возглавил благочинный Светлогорского округа настоятель храма протоиерей Александр Кисей. Он же совершил чин освящения воды на водоеме по улице Лозу. Прощаюсь тебе, Господи! К этому моменту сотрудники освод оборудовали место для окунания желающих в крещенскую воду. Подход к купели уложили соломой и установили палатку для переодевания и обогрева. Здесь же разожгли костер и организовали подогрев горячего чая. После молебна первые светлогорцы погрузились в крещенские воды, осенив себя троекратным крестным знамением. Теплая. Как водичка? Хорошая. Тепленько. Иди. Нормально, не. Давай, ну что? Нормально, зашли там. Хорошо. Да не надо, не так уж холодно, отлично. Аминь. 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 О! Слава Господи, силе Твоей! Слава силе Твоей, Господи! О, хорошо! Сюда, говорят, приходить надо. Ну, идите уже туда. Вот такого кадра не было. Вот так. Что, еще раз?